Всем привет! Очень интересный сорт Elster Farm from Derby. Это сорт с очень красивыми и интересными вот такими вот плодами. Кусты у него до метра высотой. Плоды такого медного цвета, необычный цвет. Даже не скажу, какой точно оттенок, но очень красивый. А мякоть вообще шикарная. Смотрите, одно мясо. Одна только мякоть. Мармеладный такой. Семян почти нет в этом сорте. Очень тяжело с него собрать семена. В том плане, что очень-очень маленький выход семян из томата. По сроку созревания среднеспелый. Очень плотные. Хорошо эти плоды держатся на кустах. Висят очень долго. Около месяца они могут висеть и не перезревают. Но у нас проливные дожди. Поэтому, видите, он треснул. Не дождался. Я не мог снять вам обзор на этот томат, потому что дожди, и томаты уже полопались. Ну, открытый грунт, есть открытый грунт. Это не теплица, где мы можем сами регулировать полив и держать влажность в теплице. Я имею в виду в почве. Поэтому сорт очень достойный, вкусный, неплохой. Такой непростой экзотический вкус с фруктовыми нотками. Если вам сорт понравился или хотите его попробовать, заходите в описании под этим видео. Есть ссылка на мой сайт, там есть каталог, выбирайте семена, можно будет купить. Но если вы его выращивали, напишите, как он вам понравился или нет. Также подпишитесь на мой канал, если не подписаны. Обязательно поставьте лайк вот этому сорту, он стоит того, чтобы вы на него обратили внимание. Ну а так, больше не буду занимать ваше время. Посмотрели обзор, сорт примерно какой поняли. Поэтому прощаюсь с вами. Всем пока, до новых встреч. Да, и подписывайтесь, чтобы не пропустить обзоры новых сортов. Показываю не только томаты. Вот есть и хризантемы, и перчики, цветочки, всякая экзотика, тыквенная. Посленовая, много-много всего будет в обзорах. Поэтому до новых встреч. Всем пока.